Однако именно в сложившихся погодных условиях велика вероятность возникновения пожаров. Перегреваются комбайны и автомобили, возможно и возгорание урожая. Именно поэтому вместе с аграриями часто выходят на работу в поля и сотрудники МЧС. Они проверяют наличие необходимых средств для тушения, проводят разъяснительные беседы с водителями, как себя вести в экстренной ситуации, а если есть возможность, машины весь день сопровождают уборочный процесс. Очень серьезное внимание уделяется предупреждению чрезвычайных ситуаций пожаров во время уборочной страды, как на комбайнах, так и на объектах переработки, сушки и хранения зерна. В этой связи во всех районах работают группы работников управления, на местах таким же образом. Наша главная задача максимально, конечно же, помочь работникам сельскохозяйственного производства, подсказать, упредить, где есть необходимость, там, конечно же, и заставить, чтобы был соответствующий порядок. А для того, чтобы поднять водителям настроение и подарить им еще несколько минут отдыха, сотрудники МЧС приезжают не одни. В обеденные перерывы после проверок технического состояния техники и лекции для тех, кто кропотливо трудился в полях, выступают артисты самодеятельности.